Всем привет, ребят, с вами Лего Импульс и Спейс. Здорово, ребятки! Здорово! В общем-то, наконец-таки мы попали в командные битвы по игре Star Wars Battlefront. На самом деле, не так-то и легко. Надеюсь, пофиксят все это дерьмо. Потому что игра, которая стоит 2000 рублей, и ты не можешь просто минут 10 начать втроем поиграть, это, конечно, бредово. Так, мы сейчас за кого играем-то? За солдатов? Я себе... Вы вот смотрите, в левом верхнем углу Stercard and Hand. Качните себе Cycle Rifle. Я себе купил. Я все прокачал. Ну все верно. А я пистолетик купил. Нет, пистолет говно. Я уже тестил. Покупай, да? На четвертом левеле правый верх оружие. Е11 называется. Вот оно и дамажит классно, и у нее в смысле, темп огня. Я его купил, это Е11. А, вот. Да-да-да. Ну, да-да-да. А, оно пистолетик тоже. А, ну все, понял. То есть смотри, как получается. Ты сначала стреляешь с Cycle Rifle, у него остается на одну писюльку, и добиваешь сразу с этого автомата. Да. Ну это как АВП. Да-да-да. Так, ну вроде поехали. Как все, поехали, стартуем. Скип. Партнер старт. Ну-ка, а почему о, я не на тебя? Я за тебя? А вон Space Impulse, офигенно. А я за Space'ом появился. Вот это классно. Вот смотри, вот сейчас могут быть на вот эти, в этих снегах, вон видишь вот эти вот метки, смотри, которые я вот 17 секунд. А там, короче, смотри, в каждой. Ее берешь? Ай! Я бомбу нашел, вот еще метка. Вот так вот можно в робота попасть или в самолет какой-нибудь. Нет, там знаешь какая суть? Там, какая? Каждая метка обозначена своей, ну, что в ней находится. Да. Хочешь летающий, там нарисован такой корабль летающий, то там будет именно вот этот корабль. А вот минус здесь, один. Там, типа, оружие. Ну я понял. Подожди, у меня какая-то есть термальная бомба. Она, интересно, серьезная? Справа робот идет. Вот сейчас грохнет робот. Меня грохнул. Ой, меня грохнул. Видишь, вот эту херотень надо как-то валить. А тут еще, знаешь, что фишки? Их покупают заранее. Они их заранее покупают, да? Это как мы покупаем оружие, они... они сразу могут в АТ-шке, АТ-СТ сидеть. Потому что мы когда начинали на ту сторону, получается... Опа-на! Ну, я понял. Они сразу из-за карты выходили. Я нечаянно сквад-шилд выучил. То есть, наверное, и джедая можно качнуть, да? Типа разок. Да. Джедая я уже понял. Есть, я бахую по роботу. Сайкл райфл ему сразу сносит пол КП. Помогите, кто на меня, если что. Да. Ну не пол КП, но процентов 20 снесло. Отвечаю. Ну, а еще раз топил. На меня, если леслитесь. А он убегает, лол, он выбил. Он взял из робота вылез. О, я его взорвал, я робота взорвал. Справа где-то в снегах рубит. Вот у нас получается, наша защита защищать вот эти спутниковые хератушки, как я понял. Да. Фига себе, чувак на ранце просто поднялся и улетел куда-то. Нормально. Я корабль нашел. Так, я на какого-то фламинго. Че ты говоришь, корабль? Да, все, я улетаю. Так, одного убил. Робот. На меня бы кто-нибудь. Ты все на корабле летишь? Да, я на корабле. Главное, хорош. Я как в прошлый раз не разбился. А ты понял, как завязывать циклопов этих? А он, наверное, на другой корабль. Есть, который в эти... Такие плоские, они завязывают. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Такими бокам херовинами, они, короче, просто воюют друг с другом. Мне прям спину прошибло. Но вот этот, как бы, режим тимплейный, он вообще классный. Да. Почему я на фламанго постоянно попадаю, не на тебя? На меня кто ТП-шнится, увидит очень много чуваков. А я не понимаю вообще, почему ТП-шнится так много, что не получается. На меня ты не можешь, у меня 1000 партнеров, поэтому ты не можешь, а я... Почему не может? Вроде может. Я летаю. Точно, он же летает. Ну. И поэтому настроен это на импульс, а импульс на меня настроен, вот так вот. Я вот смотрю, посередине есть партнер старт, он не работает. Вот только получается в группе партнеры работают. Смотри, циклопа уже подходит, очень близко. Я циклопа мочу. Вот это ты, наверное, на самолетиках, да, вижу. Да. Работаешь там. Хедшот, кстати, сразу сносит с Cycle Rifle. Да. Сразу убивает. Класс. Это классно. Циклопы еще очень далеко, поэтому у нас и шансы. Я ни разу, кстати, не выиграл циклопов. Вот когда за циклопов играл, всегда выиграл. Да, за них всегда выигрывали. На них легко. На самолетах... Ну, на самолетах здесь сложно их попасть. Ну, вот на них нужно прилично научиться играть, и тогда получится. Типа от самолетов зависит все? Да, все зависит от самолетов. Они, получается, должны грубо их валить, а они просто ходят стрелять. О, Вейдер появился! Дартон! Сейчас я ему залеплю. На, держи. Дарт Вейдер просто отбивает все пульки, прикинь.
Угу. Он вообще ванцот. А как его урабатывать-то? У него, во-первых, время кончается, это его хп. Ага. Ну все, его сбрили. Его просто сбрили. Подожди, нет, он живой. О, я его убил. Все, хорош. Ага. Так, я до сих пор, если что, болею. А, вот эту циклопендию надо. Покажите, что можно. А, нет. Отлично. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Такое мясо. Угу. Одного убил. А, попали. Я даже на целом втором месте. 8-6 у меня. Вот-вот, кто-то гасит по этим большим роботам. Хорош. Сверху прям долбишь. Ты еще до сих пор на самолете летаешь? Все, я слез, в этом пошел. В него, что ли, врезался? Да. Они уже доходят до первой точки, блин. О, Люк Скайуокер. Они сейчас будут первую точку брать. Смотри, по нему все стреляют. Слушай, кто-то сверху гасит. Сверху? Я не знаю, кто-то сверху работает. Да, на самолете. Это самолет, наверное. Да. Очень больно, очень больно. О, я еще. Так, цикл райфл. На, держи. Я опять там. Отлично, я одного добил. 9-6. Так, спасибо, я с тобой появился. За мной? О, Спайсуха вообще там. Спайсуха вообще там. Не понимаю, что происходит. Он такой. А, я вообще офигеваю. Конечно, тут это зима классно прорисована. Зимние баталии такие. Вот слушай, вот этот вот движок под раз. Ага, тогда вообще все летать будет, лагало. Ты чё? Здесь графон такой, блин, вообще такие спецэффекты. И графон, да, то есть, да, и звук, и спецэффекты, все вообще на высшем уровне. А в Расте такая жесть, и так лагает. Вначале я тяжело привыкал, думал, а как перезаряжать оружие-то? Эр, не работает. Смотрите, все поэтому кумарят, по здоровяку. Так давайте его кумарить. Он уже, кстати, горит, у него подгорает уже. Так, я одного килосистов. К нему вплотную нужно подходить, чтобы по нему дамаг проходил. Да? Да. Давай-давай, по нему все работают, закрана. Смотри. Кстати, да, грены накидываем. Если вплотную в него стрелять, то... Грант накидывает. О, я на партнера. Все, у него 21 хп, давай, работаем. Точно, дамага проходит, когда рядом с ним. В упор подошел к нам. Кто? Где? Справа. Справа вижу, ага. Убил. Все. Хорош. Еще Вейдер. Как его урабатывать? Он такой дикий. Грены туда, грены ему. Он уходит. Тогда работаем пока по этой херотени. Она иногда проходит, а маска иногда не проходит. Я не понимаю, в чем суть. Ага. Есть такое. Я тоже по нему стреляю. Сейчас она... Почему она отремонтировалась? Она вся коцанная была. А нет, мы одну завалили, что ли? Смотри, сзади нее завалили же. Нет, это было взорвано. Вот это нужно взрывать. Там изначально типа есть. Да. Смотри, в правом верхнем углу хпшки этих роботов. Да. Смотри, по ней сейчас не проходит, Макс, что за бред? Ой, будь здоров, спасибо. Я еще не выздоровел, если еще, ребят, извините, можете дизлайкать. Но я болею очень сильно. Дизлайк за сопли. Дизлайк за сопли. Как херачит эту бандурину, она вообще серьезная. Серьезно. Бейс, аккуратно, там сзади тебя я ушел. А где все эти уроды? Оп, они все уже пошли в нашу пещеру. А, его же возле пещеры? Да. Блин. Пещеры четвером, Я вот вроде по нему стреляю, вроде дамага... Странно как-то, короче. Надо с какого-нибудь пулемета или автомата. Ну... Почему-то так, что-то мне дали. О, мне дали ракету! Прикинь, сейчас влуплю! Влупил, давай, по шапке дал! И чё? Найс, и ничего. Идут, короче, снизу. Снизу? Откуда это откуда снизу? Ой, где идет? Еще ракету там поднял, смарт-рокет. Да куда тебе стрелять-то? Может, по ногам? По ногам, да, дал. Не, вообще типа не кончает. Чё не кончает? Нет, кончается, качается чуть-чуть. Кончается? Да, только очень-очень долго. Ужасно долго. Видишь, куда вот этот робот идет? Они уже там. Смотри, да? Они что-то... А, да. Они уже наши антенны захватывают, что ли? Да. Вот они подходят, я тут воюсь. А почему они своего... Почему они своего танкера оставляют? Все. Человек на раз 6 или 7. Термо... Все, они возле этого, возле гигантика. Сейчас попробую что-нибудь взять. Все возле гиганта взять. Уже? Да. Да, вот эти в базах. Бейс, видишь, он где? В базах бейс лежат итемы. Иван Кеноби наш. Базуки, вот там надо брать их и стрелять. Давайте. Ага. На, держи. Я по шапке дал одного. Только не понимаю, почему урон не проходит. Черт.
Не понимаю, почему урон не проходит. Они внизу, короче, по нижней горе. Чё? Прикинь, я вижу, они, короче, где нашли. Чё они? Я нашел, где они все торчат. Где? Они за роботом. Тут дырка есть. Не, не за роботом, тут дырка есть в скале. Вот они в этой дырке все. Смотри, один горит ведь, а как его завалить, падли? Надо как... Я сел, чтобы подстрелить, а они тут меня выждали, убили. Там эти еще пулеметы, автоматы разные есть. Вот, может быть, с них что еще может даваться. Как бы не совсем понятно. Прикинь, нужно две штуки завалить. Тут одну ты не можешь убить. Да просто не понимаем, как это делать. Эй, убирайте там свои телефоны. Да-да-да. Короче, они уже внутри. Да, они уже рядышком. Ну, по-моему, с воздуха они... по ним долбят. Они обошли нас снизу. Снизу? Да, с самого низу, где вот видишь, области два. Так, эти штуки пока не берутся, сейчас одну найду. Как же ему замотать ноги-то, а? О, я какую-то ракету могу поставить. Поставил. И что она делает? Непонятно, что делает. Я какую-то ракету поставил. Так, надо отсидеться. Что а, это делает? Это типа турели. Турели типа? Если да, здесь есть турели. Да, да, да. Ты типа ее ставишь. А они не воздух случайно? Не могу найти, блин, не... Ты можешь, короче, на Е нажать, если, ну, подойдешь, на Е нажмешь, она может сработать. Сработает эта турель. А если нет, это там автоматические турели. Скорее всего, автоматическая. Так, я сейчас выхожу с ангара, и эта херотень как продолжает идти, так и идет. И жизни ее ни хера не кончают. Да. Вот. Во, пошло, смотри. Теперь пошло. А как так? Нужно ждать. Давай, валим. Все, он сейчас отъедет. Отъедет сейчас. Тварина. Давай, работай. Вот это найс. Я еще не видел, чтоб убивали. Справа, справа. Справа, да, стоят. Чебуреки. Ноузумом с этого, с этой штуки? Хорош. Меня убили. А, я там тоже. Короче, вы... А, вы видите, да? Я, прикинь, ой, нашел автомат, ой, который можно ставить. Да, ну, так ты. Передвижной. О, вот хороший гранат. Вообще, вот это классно было. Взрыв просто этой херни. Надо так, вторую сейчас долбить. Вторую. По ней проходит дамаг сейчас, ребята. По ней, да. Бомбим. А у меня что-то из игры вылетело. Не понял. Все, дамаг не проходит. Не-не, нормально. Альтанулся. Все, смотри, да. На каждой точке только в какое-то время, получается, срабатывает. Либо нам нужно активировать какие-то вот эти спутники. Видишь, сейчас спутник «Актив» написано. Я подошел к одной, активирую. Активируйте второй спутник кто-нибудь. Вот, я один активирую. Да-да-да-да, один я уже нажал. Давай, о, ребята, я полетел. Хороший. Я два сейчас буду долбить. Два активировали, все нормально. Все равно нельзя, дамаг не проходит. А у них, видимо, какое-то время. А, или слышишь, ионовые выстрелы. Может быть, они. Слушай, может быть. Как он меня убил? Слушай, я, по-моему, завязку взял, которая завязывает ноги. Да? Такой видишь, плоский. Только как? Я не знаю как. Или он как бы нет, скорее всего, он нет. А, у меня снайпер. Скажите, когда урон может проходить. Окей. Я вообще не понимаю, как летать на этом говнеце. Вы знаете, как летать, нет? Он вообще неуправляемый. Все, меня сбили. Скорость, и будет легче летать. А, типа уменьшаешь скорость и поворачиваешь, да? Ну ладно. Так, нам надо активировать спутники, тогда мы сможем их убивать. Я нашел какой-то бинокль, слышишь? Я тоже находил. Я хз, зачем он нужен? Спутники активируем и валим его. Спутники. Спутники. Давай. Смотри, он сейчас издалека будет долбить. Это хрень. А, я понял! Чё? Ну? Спутником, вот этот спутник активируется. Бинокль находишь, потом нажимаешь правой, и потом левой целишься в кого-то, ну, и типа зацеливаешь, ага. Стреляешь. И он очень помещает эту территорию, сейчас будет орбитальный удар смотреть. А, да-да-да-да-да-да-да, точно. Я вспомнил, я уже пользовался им. Чё у нас там на спутниках? Всё плохо? Смотри, там кто-то какую-то крутую пушку сделал, ионную какую-то. Роботы пошли у них. Так, да, вот это мощно. Нет, у них мини-роботы пошли. Да, я и говорю, то, что мини-роботы одного уничтожили.
Вот нам нужно защитить эту херь. Блин, он уже близко. И сейчас его... Самое забавное, что даже если мы защищаем, да, вот смотри, у нас еще горит 3-4 спутника, да? Но все равно у нас кончается победа. В смысле не кончается? Кончается победа, смотри, мы проигрываем. Я знаю, вот у нас сейчас будет последний шанс его убить. Когда вот спутник, смотри, один спутник загорается, все, видишь, у нас десантурок что-то прибавляется, 5 штук. Что это такое? Не знаю. 6 штук каких-то самолетов прибавилось, типа. Это типа сейчас 6 самолетов в небе у нас, а это у них один ходит. Прикинь, наши 6 в небе, короче, ничего не могут сделать. Вообще же. Потому что они лохи. Так, где у нас последний спутник задефендить надо? Ага, вижу. Блин, дамаг все еще не проходит. Что за бред? Когда будет проходить-то, блин? Так, мы одну защищаем спутниковую фигню. О, у чуваков ракеты, они ракеты набирают. Сейчас, я понял, надо ракеты держать. Когда вся эта канитель появится. Жикс. Сейчас задефендим еще одну. Че, проиграем, да, походу? Смотри, походу, у нас да. Сколько самолетов. Ого. И че, они вообще ничего сделать не могут, что ли, совсем? Да вот непонятно. Все, надо валить отсюда. Не знаю, что делать. Дамаг. Проходят? Работать надо, работать! Стреляю. Я с башни стреляю. Я из райфлки, из чего только не стреляю. Блин, меня убили. Сука, в самый неподходящий момент. Базуки ищите, там что-нибудь ищите. У него пол хп, вообще мало. 3-3-3-2. У него там... У него там нюни остались. Стреляю. Хреначим. Вообще, там нюни остались. А, меня убили! Все, проиграли? 16 хп вообще! Дамаг проходит! Давай, 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 6, давай! 7. Давай! Давай! Чуть-чуть! 7. Чуть-чуть! Все! Изи! Я еще не побеждал! В этой против этих тарантулов? Да, 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 да. Офигенно! Мощь такая. Не, ну в общем, короче, я понял, на самолете летать бессмысленно, если ты на нем не умеешь. Я пролетал пол игры на самолете. И ничего не сделал, да? Да, ну как, я что-то там пытался гасить, но на нем очень сложно попасть. Сейчас мы будем, сейчас мы будем защищать. Да, да, да. Сейчас сразу будет защита. Наоборот, мы сейчас атаковать будем. Ой, ну да, атаковать и... В общем-то, вы поняли. Да, да. А сейчас третий скилл качну какой-нибудь. Мне за них больше нравится играть. За когда против них? Да. Или за них? А, за атаку. Легче же. Ты, во-первых, белый, тебя не видно среди этого снега. Иконки-то другие, да. Совсем даются. Ну да. Так, карты еще какой. Ионовый шот, ионовая граната. Нету денег, к сожалению. Да, ионовый шот, давай. Так, ну старт, короче. Так, праймари. Все, поехали? Поехали. Я уже побежал. В атаку. Угу. А это что такое? Ого, это поехали. Ионовый шот? Нифига себе. Так, можно патроны свои пойду. Крутыми делать, ионовыми. Да, ну да, там, да, на время. Они не дамажат, если ты обычно человека стреляешь. Они дамажат, по-моему, когда щит у него или что-то типа. А, понял. Вот смарт-ракету взял. Все, эти куски побежали. И меня сбрили. Плохо. Плохо так, это-то. А я подобрал, короче, турельку. Турельку? Крутую, которую или воздушную? Я не знаю, это обычная земная. Наши вообще там где-то в заднице. То есть нам не нужно им давать захватывать спутники. Вот что я понял. А, меня с самолета убили. Так, одного убил. 30 хп я иду захватывать. 30 хп ты идешь захватывать? Да-да-да, вот я нашел ее. Отлично. Активируем. А вот она офлайн, надо ее брать. Да-да-да, подходишь, да, давай. Нажимаю. Давай-давай-давай, я сзади тебя прямо. Сейчас, стоп, подожди. А, подождите, она подключена. Мы должны... Она отключена, ее надо отключать, значит, да? Да, короче, если они включены, мы должны отключать. Если они выключены, ой, выключены, тут просто деф. Вон, надо до следующей идти, ага, я понял. Да, где? Убил одного ваншотом. Идем до следующей, который шатдаун отключить надо. Ах ты ж успел. Ой, по мне сколько стреляют-то?
Ого, сколько их там! Вообще много! Граната! Я тоже туда грену кинул. Я живу. Попал по одному. Дичь какая. Вообще дичь. У меня критикал. По мне тоже попали. Вон справа наверху. Давай, давай, нам нужно взять. Его убили. Смотри, а типа еще флот такой на небесах якобы тоже воюет. Флот на небесах. Флот на небесах. Он же воздушный. Смотри, я иду за тобой. Ага. Там типы. Там очень много типов. Они хотят отвоевать у нас одну такую тарелку. Ой, сколько их там! Ну, а я знаю, что в спину нужно зайти. Там да, Дарт Вейдер вот пошел. Мной, а я не могу на вас портнуться, потому что у меня не на кого. Я постоянно на каких-то бичей телепортуюсь. Это плохо. Надо будет настроить эту фигню, это тоже непонятно. Да, да, а да, там да, только одного партнера можно выпустить. Да-да-да, только одного. Я вот уже к ним в спину захожу, если честно. Я уже у них в спине. А, вон их сколько! Их очень много. Хорош! То есть я рядом с тобой появился. Ага. Ой. Ну ты понял, что я замудрил, да? Да. Ты к ним в спину тоже зашел? Да, мы уже в их ангаре. А, только это уже наш ангар. Да? Уже? Да, вот наши бегают. Лол. Мы у них практически уже, получается, сейчас возьмем первую точку. Да. Так. О, смотри, в спине. На, держи. Все, добил его в спину в одного. Мне нравится цикл райфл, который... Ваншот в голову делает. Uh-huh. А, и, ну и так тоже оно мало хп оставляет. Ай! Прикинь, чувак суициднулся в наш трактор. Суициднулся? Да, летел суицид просто. Что происходит, вообще непонятно. Война дикая. Как он меня так добил-то? С какой-то хрени. Они с пистолетов иногда так добивают жестко. Так, этот пистолет какие-то мощные есть. Я не знаю, да, что за они. Но они очень мощные. С пистолета бегают такие, пол хп у меня разрывает сразу. Да, 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 вообще же. Так, что там? Не попал. К сожалению. Смотри, мы, получается, двинуться не можем, что ли, или можем? Хедшот. Дал хед. В смысле двигаться не можем? Ну, в смысле пройти. Мы что-то в одном и том же... А, не-не-не, нормально, мы же ждем, пока эти наши большие чувачки идут. Ах, по мне тоже раздал. Шотом, ваншотом. Заколебали эти шотеры. Минус. На, держи минус тоже. А, слышишь, прикинь, с обычного пистолета, если в голову стреляешь... То сразу все, до свидания, да? Нет, с обычного, если в голову 90%. Все, мы дальше проходим куда-то там. Ох, что-то жестко, кто-то грубит здесь. Солдаты грубят. А, внизу. О, там трое. Я туда грену кинул, в них троих прямо. Еще убил Сайкла. Вейдер вышел. Это не есть хорошо. Только они, это за нас, Вейдер. Только слышишь, они какие-то медленные, когда играл за этого джедая. Ты за джедая дал? Я за джедая, да, играл уже. Жесть, тут что происходит? Война вообще. Я тут минус 2 кашу, вообще как псих. Что же я делаю-то, а? А, слышишь, у меня есть поле щит. Сейчас кинул грену. Так, а вышку мы им сломали, вот тут еще какая-то вышка есть. Сзади, сзади, сзади. Сзади? Прямо респаунится. Ого, сколько их там, ё-моё. Так, здесь вышка ихняя стоит, надо добить как-то. О, опять этот пистолетчик, да заклебали они. А Вейдер бегает там, разбивает всем. Вейдер наш же? Ага. Да. А у них почему Эникон где затерялся? Где-то затерялся Эникон. Ребят, сейчас дамажиться будут наши щиты. А я сейчас как раз в самолет сажусь и погнал. Вы можете, кстати, в эту хероту здоровую тоже сесть. Нужны танкеры дефендить, потому что... Я понял. Вон он, наш танкер. Самолеты по ним стреляют. Это как-то самолеты снести, слышишь? Я снес один. Я уже один снес самолет. Практически. А, да ё-моё! И меня снесли. Чёлька. В
Самолеты вообще быстро отлетают, оказывается. Очень быстро. Ну да. Самолеты, да, быстро. У нас, который слева, танкер, который между этими... между спавнами бегает. Его дамажит сейчас. Ну смотри, мы уже, грубо говоря, один блокпост прошли, у нас нормально по защитам. А они постоянно спине респавнят. Не, мы же захватили только... Вот сейчас мы ее захватили, вот только что. Так, одному раздал. Еще кто-то остался. Ах ты! Ах ты, подлюка! Я еще ни разу на самолете. О-о-о! Мы разменялись, я его убил, и он меня убил. Этими Cycle Rifle'ами друг по другу стреляли, и все. Но здесь динамичная, конечно, война очень динамичная. Нет тут никого. Вы заходите в пещеру, да? Да. Кто-то с пушки с нашей раздает там. Термал туда кинул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо было кидать термал. Что такое? Они внизу резаются. Так ё-моё, я думал, что здесь не свой, а они с каких-то пулеметов некоторые сандали. Пошли за мной. С пулеметом ты. Да конечно, ты вниз. Не, вон там внизу пошли. А у нас дамага уже один раз проходила, да? По этим. Да, да. Не можно. Ага. Но не так сильно, по крайней мере, как мы начинали. Ну, я говорю, они нам не сильно надамажили. Ну, хорошо. Орбитальная атака, почему на меня? О, я вижу, там наяривает вообще, ты убежал, ты спасся. Да, я успел. Я за тобой бегу, вижу тебя. И с тобой спайсуха резнулся, я видел. Вон он. Сзади, оказывается. Да. Да так, стоп, а там впереди уже никого нету. Они там еще не резвятся. Ой, жесть сейчас, какая. Сейчас сзади, по-моему, были оба. Давайте в спину им зайдем. Давай. Сейчас начнется респаун. По мне кто-то стреляет, кто не знаю. Самолеты еще стреляют, оказывается. Так, а в эту штуку можно сесть? Я сел в круглую башню, прикинь. Ты лучше дальше отойди. Сейчас респаун начнется. Надо выкрутить. Блин. Чего выкрутить? Они включили передатчик. Прикинь, я сел в тюрельку, которая против... Не знаю быстрее, кого. Быстрее, быстрее. Там бисечка кто-нибудь. Ну да, вон наш. Комбат-мастер, отлично. Все, оплайн. Все, хорош, оплайн. То есть они сейчас не могут по нашим этим штукам бить, да? И музыка так, такая пошла. Следующая точка. Да, сейчас точку захватываю. Я пока сижу в башне. Блин, снова. Да я думаю, что деактивирует. Точка, слышишь, другая. Ее деактивирует сейчас. Так, интересно, я попаду. Все, деактивировали. Это кто там сейчас закидывает нас... чем-то? Сейчас наши вот это жесть. Можно дальше. Ну все, я сел, короче, занял позицию на горе со снайперкой. А я сижу тоже на какой-то вышке. Прямо у них на базе практически, в спину пытаюсь. Вот это жесть! Самолет просто суициднулся! Они зареспавнились опять в спине. Все, я их убил уже. Вот они жесть, их выносят. Я тоже хочу попробовать на этом роботе походить. Он вроде довольно-таки прикольный. Ну да, робот прикольный. Еще бы не болеть, было бы еще круче. Так, дизлайк за сопли. Дизлайк за сопли. Дизлайк за сопли. Чё, мы там что-то потеряли? Next, всё, next, идём. Всё, отлично, сейчас не зареспавнились. Самолёт! Пытаюсь попасть по нему. Да? Да. Вон они зареспавнились, слышишь? Убил самолет, 200 дали! 375! О, самолет дали! Самолет дали? Я тоже самолёт, да. Всё, отлично. На какую кнопку ты говорил там? На 4. А что на 4? Ну, активировать типа самолет. Ага. Не, на какую кнопку ты говорил замедляться? На F? Ну, S, да, S. А. Так, надо выходить, башню мою ломают, суки. Меня убили сразу. Ват? Так, какой-то чувак очень дико стреляет с самолета, я не понимаю. Да-да-да. Меня тоже в башню, как начал пылесосить, у меня снесло ХП с башни. Слышь, я на одноногом роботе.
Ты на роботе? А как ты в него сел? Да. Я вижу, я с тобой иду. А, жесть. Круши их там, только больно не иди вперед, я за тебя. Так, вообще нормально. Я проседаю, я нет, ты что, нет, он на маленьком роботе. Ты не проседай, воюй. Я понимаю, что воюю. Только не стреляет, он не в своей держит. Так, я вперед, короче. Одному шваркнул. Ага, меня тоже шваркнули. Cycle Rifle, конечно, зло. И вот этот вот звук соплей, он тоже бест. Ну-ка. Но мы выиграем, походу, они вообще что-то не кокосы. Просто супер. Минус 2, минус 3, минус 4. Ты с робота работаешь там? Минус 5! Выходите быстрее, я прочистил там все. Да-да-да, я выйдем за тобой. Ой, сука. Мы уже подходим к спутнику. Вот я как раз... Давай, прочистил. Так, тут надо подбирать что-то. О, ракета есть. Все, наши захватили. Да-да-да-да, мы на спутнике. Мы на правом спутнике. Так, у меня есть пулеметик. Сейчас я его поставлю. Нужно только определиться, где враги будут. Они уже все, им негде появляться. Только... Вон там впереди. Да-да-да, о, только вижу. Впереди. Щит поставил. Ну-ка. Да что он не умирает-то? Райфл. С райфла сейчас сандалю по кому-нибудь. Ты поставил пулеметик, да? Вижу, ты там всего наяриваешь. О, еще врезаются самолеты. Мы их вообще на базе держим. Вот чаут, говорит, снайпер. Просто на базе их держим. Они ничего сделать не могут. Все плохо. Все плохо? Ракеты есть. А, все очень-очень плохо. Все очень-очень-очень плохо? Я теку. Не тики, все нормально. Все будет норм. Бластер Райфл Стрик. Я тут стрики делаю. У них, смотри, у них всего лишь два самолетика. Они вообще практически не защитили. О, я тоже сейчас сяду на АТС, МС. Давай. Он там вообще что делает? О, какой красавчик. Ёлок-макарёк. Чё за ракеты и чё за нёрка? Импульс. Ракеты, ну, ракетами стреляют, а это хрень. Тут джедай! Джедай? О, у него миномётные штуки. Ты же запомни, там же я на другом летал. Чё летал? Они же разные. Я же на другом летал в самолете. Нет, я вообще, я не на самолете иду, я на... Не хочу, ты знаешь. Жесть, я сейчас уже умру. А, ты на этом? Да. А, ясно. Первый, короче, он типа пулемет такой делает. Да-да-да, я уже понял. Миномет. Но да. Самолеты очень быстро справляются. О, Энакин бегает! Ого! Он сразу убивает. Так я же сказал. Это босс. Давай, все, нету Энакина. Сбрили бедолагу. Ну, другой чувак убил, я сдох на Эникине. Почти, ты старался. Вот это изи победа вообще. Просто раскуесосили чуваков. 21-13. Виктори! Кстати, на каком месте теперь я? Ну что, ребят, я думаю, то, что Звездные войны стоит еще, наверное, поиграть. Четвертое. Ты на четвертом? Красава. Да. Вот это я понимаю, без самолетов игра. Без самолетов? Да, не забываем ставить лайки, в общем, подписываться на канал, может, мы еще сможем записать один режим, который Survival называется. А так, конечно, после релиза будет очень много новых режимов. Ну и всем пока-пока. Всем удачи. Пока.